Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гейм. Мы сегодня играем в криминалочку на сервере Алмаз Ролеплей. Также, да, это реклама, но, чуваки, отнеситесь к этому нормально. Можете смотреть рекламу, можете не смотреть. Я считаю, это нормально, реклама есть у всех, пацаны. Абсолютно у всех. Тем более, у меня реклама выходит не так часто, как вы можете это заметить. У меня там раз в неделю, возможно, видос вылаживается, там, 3 раза в месяц. Но не очень часто, поэтому отнеситесь к этому нормально. Сейчас мы идем, короче, в автосалон. Будем покупать автомобиль. И я сейчас сижу с основателем сервера, как я полагаю. Скорее всего, да, это он. Мы идем в автосалон. И здесь много плюшек новых добавили, кстати, да. Я, по-моему, до сих пор владелец казино, если я не ошибаюсь. Возможно, он слетел. Я, честно говоря, не проверял. Но все же, если он не слетел, это будет очень круто. Так, надо будет Б-панель прописать и проверить, слетел он или нет. Все-таки он слетел, да. Я не знаю, сколько я сюда не заходил, но, по-моему, я ж оплачивал он 30 дней, если, как я полагаю. Ладно. Кстати, с района я ушел. Да, с района я ушел. Все, район это не мой проект. Не буду вникать в подробности, но знайте, что района уже, скорее всего, не будет. Но это не точно, но это уже не мой проект, поэтому не нужно писать, у тебя же есть район, снимай на нем. Все, у меня нету своего сервака, и я не хочу свой сервак, серьезно, потому что лето впереди, и тратить все свое время на свой проект, там, на игру, я не хочу. Конечно, летом будут видосики выходить, но не так часто, как сейчас, в принципе, там, 3 видосика в неделю, думаю, где-то так, потому что я не хочу лето просрать. За компом, я думаю, вы меня поймете и так далее. Так, шаха у нас есть. Вот эта тема ретро просто. Так, менять. Ух, какая волжаночка. Ух ты, блин. Нормально. По-моему, у них новый модпак, если не ошибаюсь. Так, мерседесик. Потом лупатенький жук. О, пушка-гонка. Ну, я бы не взял, честно говоря. Так, БМВ... F10, это не M5 F10, это просто кузов F10, Subaru VRX. Так, потом, ух ты, блять, вот это, блять, ралли просто кар. Так, Toyota Altezza, не Altezza, а, блять, забыл, как это называется, короче. Во, вот за это точно лайк, пацаны, здесь из M5 60. Он красится даже, стоп. С этого момента поподробнее. Так, вот, допустим, я цвет выберу, да, вот, 170, допустим, 0. Ух ты, мартышки какие. Так, только хотел наоборот сейчас. Хотя, какой там цвет у них, 25 и красный, давайте. Так, нет, так, 25 и 3. Такой, по-моему, какой-то фирменный цвет, я не помню, ладно, похоронен дальше. Так, BMW еще одна, Volvo, Hyundai, Civic, по-моему. О, i8. i8 такая сексапильная, на самом деле. Так, Hammer есть, Supra, десятка, финашка, так, Hyundai, Golf, десятка, Land Cruiser, BH7. Форд Мустанг, кстати, старых поколений. О, блядь, я хочу все, я дальше не хочу смотреть даже. Все, блядь, назад в будущее, я иду к тебе, блядь. Так, я, блядь, Делориан просто, пацаны, Делориан. Ту песню ты слышал тоже, лайк просто. Бля, грех был ее не купить, пацаны. Бля, Делориан просто, ах, кайф. Просто кайф. Так, куда движем дальше? А я слышал про какие-то острова. Просто Делориан, блин, это просто... вынос мозга просто, блин. Может, остров покажу? Давай. Давай, я бы посмотрел какой-то остров. Есть острова с домами, пацаны. Это сильно, конечно. Это реально сильно.
Давай вертолет создадим, полетим. Давай. И потом Делори надо будет мы забрать по-любому, пацаны. Ну, я думаю, вы со мной согласитесь, понятное дело, так. Я даже и закрою. Бля, то, что здесь есть Делориан, бля. Что? Карл, это что? Это же Делориан, ёпта, налево. Вот это уже другой разговор, пацаны. Вот это же другой разговор, я понимаю. Так. Энгине. Заводимся. Ой-ой-ой. Это было жестко. Так, давайте я за ним, короче, полечу. Он завестись не может, что ли? А, не, вот завелся. Я за ним буду лететь на эти острова, короче. Так, я думаю, он умеет летать. Так. Не особо он умеет летать, я понял, так. Что-то, ладно. Не, кстати, они замененные, они прикольные такие. Бля, ебать, я летчик просто, космонавт, блядь, я ебал. Я тоже разъебался, хотел петлю сделать и разбился, короче. Ладно, пусть гидры тогда здесь стоят. Ой, так. По-моему, АОК можно открывать тачку. Делориан просто, давайте берем Делориана. Блядь, какая же она сочная просто. Блядь, я чуть не подавился. Ёбаный, блядь, волосатый хрен. Не знаю, к чему это сказал, но все же, блядь. Ебать. Просто жесть. Ого, можно руль? Можно руль. Ебать копать просто, я манал. Чуть-чуть чекпоинта нет. А. Вот, допустим, да. Открыть. Ага. Я на третий здесь обычно, но то, что этот дом находится на острове, это пиздец. Это возле Нашана, да, как я полагаю? Что, блядь, у меня настало какие-то новые. Дай мотик. Айди 120. Ладно, гелик тоже пойдет. Так уж уговорил. А, интерьер поменять ГО, хорошо. Бля, это просто охуенно, блин. Я реально в шоке просто. Вы такое где-то видели, пацаны? Вот напишите, где вы такое могли видеть. А где этот остров находится, СТП? Ух ты. Блядь, он далеко находится. А как сюда вообще попасть? Ебать копать, мой огурец. Это жестко, конечно, блин, вертолеты, смотрите, сколько вертолетов военных. Ё-моё. Вот это реально круто, такого я не видел. Я уверен, что они делали сами, это не скачано с паблика какого-то. Вот я что-то в этом реально уверен. Так, здесь у нас какая-то пристань, давайте разберем. А тут выезд есть вообще или тут... Походу здесь только на вертолете. Вертолеты стоят типа для владельцев домов, как я полагаю. Да? А можно... позагорать, можно полежать, ну да, вертолеты, это для владельцев домов, давайте спросим, вертолет это для владельцев домов или для чего, аренда, вот это продумано, кстати, что, типа, вот вы здесь дом можете купить. Хотя, блядь, он в такой жопе мира находится, что сюда... Не, ну, блядь, это все равно охуенно. Ну, мы сделали бесплатную вдруг бомж. Ну, нормально. А, ну, давайте пробуем. Серию, кстати, без бонуса, мне просто выдали бабки на серию, поэтому да. Ну, пацаны, если вам понравится сервак, то без раз заходите, я такого реально не видел. Я такого реально не видел. Так, а ну. Ёк-макарёк. Энгине. Можешь выключить. Пожалуйста, мигалку. Просто скриншот я хочу красивый сделать такой прям. Прям сочный.
чтобы был. Так, во. Давай что-то такой скриншотик сделаем. Блин, не успел. Ладно, полетели, короче. Думаю, так сойдет. Но реально остров классный просто. Оно, а можно стрелять? Или он не стреляет? Бля, он не стреляет, пацаны. Ну ладно. Так, давайте посмотрим. Я понял, что он где-то находится. Бля, он далеко находится, где-то в жопе мира каков-то. Так, а если я метку сюда поставлю? Так, ага, на в ту сторону лететь. Мы сможем туда залететь? Давайте пробуем. Можешь включить, пожалуйста, мигалку? А, выключить, я писал. Блин. Что, я тупанул немножко. Что еще можете показать? Я бы сразу типа сделал, если не какие-то есть новые плюшки прикольные. Мы сможем, интересно, реально долететь до острова? Или он находится с, аж в залупе полнейшей? Или все-таки можно туда долететь? Я без понятия. Так, долететь получилось вполне реально. Видите, я вот уже долетаю до тюрьмы Алькатраса, можно сказать. Ну что ж, на этом я буду заканчивать. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока. Так, пацаны, на этом еще не заканчивается. Оказывается, есть машины. Так, вот монстр. Rolls-Royce. И гелик 6x6. Не ж... Ух ты. Блин, ну круто выглядит, реально. Очень круто выглядит. Rolls-Royce, кстати, такой красивенький. Решетку бы ему покрасить. Но я думаю, это решабельно, короче. Диски такие классные. Это если что, пацаны, VIP-машины. Ну, скорее всего, донат типа машины, я так понимаю. Блин, очень круто. Реально очень круто выглядит. Прям... Секс, просто секс. Давайте я прокачусь на Роусе даже. Немножко, так. Как там фары? О. Просто реально кайф. Просто реально кайф. Давайте прокатимся немножко. Ну, он, конечно, такой медленный. Но, блин, такой прям статусный. Диски такие шикарные у него. Ну, мордашка, я думаю, можно, я думаю, по-любому можно покрасить это все. Спокойно прям. Реально просто можно спокойно покрасить. Ну что ж, на этом будем уже точно заканчивать. Ждите новых серий. Кому понравился сервак IP, группа Modpack будет в описании. Всем пока-пока. I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying.